Есть в Югре люди, которые не испытывают особой радости от наступления теплой летней погоды. Таких около 7%. Речь об аллергиках. Вещества, которые вызывают эту напасть, делятся на пищевые, молоко, фрукты, ягоды и другие, и респираторные – пыль, плесень, пыльца и животные. И если в случае с пищевой аллергией можно просто исключить из рациона определенный продукт, то от пыльцевых аллергенов избавиться не получится никак. Они вызывают у людей реакции, которые могут проявляться самым разным образом. Симптомы аллергии, да, могут быть такими, скажем так, незначительными, да, и легко купирующимися при приеме антигистаминных препаратов. То есть это заложенность носа, чихание, выделение из носа слизистого характера, кожные высыпания. Ну и также все может осложниться вплоть до системных реакций отеков, отека квинки, то есть те состояния, когда отекает слизистая носоглотки, гортани, соответственно, и человек испытывает удушье. Виталий как раз относится к тем людям, для которых цветение – это не только появление на деревьях зелени, но и появление неприятных ощущений и реакций в организме. Молодой человек попал на прием к аллергологу из военкомата. Аллергическая реакция в том виде, которым страдает Виталий, является поводом для освобождения от армии. Ведь если не успеть вовремя оказать помощь при отеке квинки, это приведет к летальному исходу. Я катался на велике, ехал по полю. У меня начались слезиться глаза, и я начал ехать щуриться. Я думал, это как бы нормально, то есть от солнца же щурюсь. Но когда домой приехал, я понял, что у меня уже глаза почти закрыты, то есть они натекли полностью, я не могу уже дышать почти никак. Вот. Меня высыпало. Но я быстро искупался, вызвал скорую, уколы все поставили. Ну, все прошло. Однако, по словам Виталия, какого-то огромного дискомфорта аллергия ему не доставляет. Главное всегда иметь при себе таблетки. Если принять их на начальной стадии возникновения аллергической реакции, то тяжелых последствий можно избежать. Да и вообще, аллергия в наше время лечится. Правда, только пульцевая. Курс аллерген-специфической иммунотерапии проводится в течение 3-4 лет. То есть это предсезонно-сезонный вид терапии. То есть начинается примерно за 4 месяца до начала цветения и продолжается на весь период цветения. Вот. И так из года в год, то есть 3-4 года для того, чтобы действительно понять, есть эффективность какая-то от этой терапии или же эффективность отсутствует. То есть в лучшем случае, если действительно эффективность есть, то мы наблюдаем купирование симптомов, да, или облегчение этих симптомов где-то примерно на 6-7, а то и 8 лет. Аллергия – это неприятное состояние, однако на сегодняшний день, благодаря различным медицинским препаратам и технологиям, бороться с ней стало проще. И кто знает, быть может, через несколько лет ученые ее победят полностью.